Мик Джаггер перенесет операцию на сердце. СМИ. Артисту будет сделана операция по замене сердечного клапана. В настоящее время ему 75 лет. Солист The Rolling Stones Мик Джаггер вынужден будет перенести операцию по замене сердечного клапана. Об этом пишет The Sun. По словам медиков, операция не является сложной, однако после нее потребуется реабилитация. При отсутствии осложнений артист сможет отправиться домой спустя 48 часов после операции. В настоящее время 75-летний Джаггер находится под наблюдением врачей и принимает лекарства. Запланированные гастроли Джаггера по США и Канаде были отменены в связи с грядущей операцией. Об этом он сообщил на своей твиттер-странице. «Я опустошен необходимостью отложить тур, но я буду очень усердно работать, чтобы вернуться на сцену как только смогу. Еще раз приношу огромные извинения всем», — отметил он. Ранее сообщалось, что Мик Джаггер расстался с молодой любовницей, 30-летней балериной Мелани Хамрик. Новости от корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://timicorrespondent.net. По материалам сайта newsgra.com.